Владимир Фесенко с нами на связи, украинский политолог. Владимир Вячеславович, здравствуйте, рад вам в эфире Freedom. Добрый день. Давайте не об Антигуа и Барбуда, а о тех государствах, которые отказались ставить свои подписи под итоговым коммюнике глобального саммита мира, либо последние несколько дней отзывали свои подписи из-за технических проблем в таком аспекте. По вашему мнению, по вашему взгляду, если смотреть на аргументацию этих государств, почему отзывают подписи, почему не согласны или, возможно, согласны, но просто не хотят подписывать итоговый документ глобального саммита мира первого его инаугурационной встречи? Я думаю, что вот эти прецеденты, когда несколько стран отозвали свои подписи под согласованным документом, скорее свидетельствуют о закрытой, очень интенсивной политической борьбе вокруг самого саммита и его решений. Думаю, что на изменение позиции этих стран, некоторые изменения, повлияли те страны, которые не участвовали в саммите. Вполне возможно, что это Китай в первую очередь. В некоторых случаях, может быть, если не прямое, то косвенное воздействие России было. Потому что Россия продолжает шантаж, иногда используют и другие инструменты воздействия. В некоторых случаях, ну, можно подозревать, что вот, например, Саудовская Аравия, которая участвовала в саммите, но не подписала итоговый документ, и которая имеет влияние на ряд стран Ближнего Востока, ряд арабских и мусульманских стран, она могла воздействовать для того, чтобы, скажем так, сформировать некий свой пул участия в мирном процессе, но в продвижении своего собственного сценария мирных переговоров. Поэтому версии могут быть разные. Не нужно драматизировать эту ситуацию, но она говорит о том, что борьба вокруг решения саммита продолжается и после его завершения. Это будет ежедневная борьба. И вот теперь идет борьба за то, как дальше будет развиваться мирный процесс. Украина сделала очень важный шаг. Она вместе с нашими партнерами, вместе с организатором саммита Швейцарии сформировала плацдарм для того мирного процесса, который основан на уставе ООН и отвечает украинским интересам, учитывает украинские интересы, в отличие от тех идей и предложений, которые продвигают некоторые другие страны. И поэтому надо бороться за то, чтобы вот этот формат мирного процесса он продолжался. Именно поэтому вот сейчас ведется работа над уточнением, конкретизацией дальнейших шагов и дальнейших действий по развитию этой инициативы. Может быть, не стоит спешить, вот как предложила президентка Швейцарии, чтобы провести саммит именно до президентских выборов в США, потому что эти выборы будут очень серьезно влиять и на международный процесс, в том числе на ситуацию вокруг глобального саммита мира. Поэтому спешка, может быть, здесь будет и не очень уместна. Но важна работа, важна разработка четкой стратегии и тактики мирного процесса, какие шаги необходимо сделать, какие документы нужно подготовить, потому что на следующий саммит нужно выходить с конкретными решениями. Он не должен стать промежуточным. Вот это очень важно. Ну и, естественно, надо учитывать, что будет противодействие со стороны России, со стороны ряда других стран. И надо готовить тактику, как отвечать, например, на возможные контринициативы со стороны Китая и Бразилии. Участвовать или не участвовать в их предложениях, либо согласовывать совместные действия. Все-таки вовлекать Китай в совместную работу над мирным процессом. Поэтому нас ожидает активная политическая борьба и вокруг уже принятых решений на саммите мира, и вокруг дальнейшей работы над продолжением этого формата мирного процесса. Владимир Вячеславович, я бы, с вашего позволения, вернулся как раз также вот к теме стран, которые не подписали итоговый документ. Есть, например, Южноафриканская республика. Ее представлял не Сирил Рамафоса, президент, а Сидни Муфамади, это советник президента Южноафриканской республики по нацбезопасности. Он один из немногих, кто откровенно в целом назвал, почему Южноафриканская республика не подписывает этот документ, из-за того, что Израиль подписал коммюнике. Южноафриканская республика, напомню нашим зрителям, считает, что Израиль начал агрессию в Газе. Но это решение Южноафриканской республики и часть их политики сейчас, собственно, не об этом. Но интересно, что
Господин Муфамади провел телефонные переговоры с руководителем офиса президента Андреем Ермаком, о чем последний сообщил в своем телеграм-канале. Андрей Борисович писал о том, что обсуждали как раз итоги, в том числе практические формулы мира. Тут вопрос. В контексте формирования групп по, скажем так, по конкретным пунктам, возможно ли, что страны, которые не присоединились к глобальному саммиту мира, либо не подписали этот самый итоговый документ, могут участвовать, скажем так, в этих самых группах? Либо государства, которые были на первом саммите, все, вот это, конечно, итоговое количество, больше-меньше нельзя. Да нет, нет никакого конечного итогового количества. Вот Россия, возможно, некоторые другие страны, которые продвигают свои альтернативные сценарии, будут бороться за то, чтобы переманить часть участников саммита на свою сторону. Будут использовать как экономические, так и политические и другие инструменты. Но и мы должны работать, в том числе и с теми странами, которые не были на саммите, либо не подписали итоговый документ. Поле взаимодействия существует. В случае с Южноафриканской Республикой, я думаю, вот та причина, которую вы озвучили, она, конечно, имеет значение. Вот я думаю, что она могла повлиять и на позицию Ирака и Иордании, потому что ситуация на Ближнем Востоке очень сложная, хотя у Иордании, ну, скажем так, есть достаточно конструктивное отношение с Израилем, но кто его знает, может быть, тут сработала тактика, ну, скажем так, сохранения некого баланса интересов в регионе. Но думаю, что все-таки вот в случае с Южноафриканской Республикой, с Бразилией, с Саудовской Аравией, главная причина — это то, что эти страны входят в Индию, кстати, тоже, входят в БРИКС. Вот в это объединение, где доминируют Китай и Россия, и которая имеет большие объемы экономического взаимодействия, торговли с Россией, сейчас является крупнейшим покупателем российской нефти, может таким образом тоже вот, сохранять некое равновесие в отношениях между Россией и Украиной, между Россией и Западом. Они поддерживают мирный процесс, но не хотят, скажем так, создавать проблемы в отношениях с Россией. Эти обстоятельства надо принимать во внимание. И их не нужно драматизировать, нужно работать активнее. Я не исключаю, что по некоторым вопросам эти страны могут участвовать и в рабочих группах, и, может быть, даже в перспективе в подписании совместных документов. То же самое касается вот Саудовской Аравии, потому что эта страна участвовала в подготовке глобального саммита мира. Одна из конференций политических советников проходила как раз на территории этой страны. И, в общем-то, готова участвовать и дальше в мирном процессе. Поэтому надо искать точки соприкосновения, надо активно работать, и я думаю, что даже тот факт, что они на данный момент не подписали совместный документ, он говорит о том, что у нас есть принципиальная позиция, и мы не можем отказываться от них. Но и, возможно, вот эти страны тоже пока не готовы соглашаться на какие-то, например, формулировки, которые касаются признания России страной-агрессором. Это тоже, возможно, повлияло. Ничего страшного, надо работать дальше с ними. Поэтому вот этот саммит мира, который состоялся, он как бы важен и с точки зрения того, кто в нем участвовал и готов участвовать дальше. И, скажем так, более узкий круг, но очень широкий, число стран, которые подписали итоговые документы и готовы работать активно в рабочих группах над новыми документами вот этого формата мирного процесса. Сотрудничество с Китаем, Владимир Вячеславович, это ведь должно быть взаимовыгодное сотрудничество. Как я понимаю, выгода Украины тут понятна, это окончание неспровоцированной войны России против Украины. А вот выгода для Китайской Народной Республики, учитывая вот это желание стать там первой, второй силой мира совместно с США, перед США, после США. Как вы видите выгоду здесь Пекина, что Киев может предложить? А здесь не надо Киеву что-то предлагать. Киев уже предлагал участие в саммите мира, он готов к конструктивному взаимодействию для прекращения войны. Китай продвигает свою инициативу. И теперь, как вот иногда любят говорить США, мяч на поле конкретной страны, на поле Китая. Китай должен определиться. Если Китай будет продвигать идею своей мирной конференции вместе с Бразилией как альтернативный процесс глобальному саммиту мира, ну тогда я не вижу оснований для Украины участвовать в этом саммите.
Тем более, что как бы они не поддерживают целый ряд принципиальных идей Украины. Кстати, часть положений китайской мирной позиции, у них плана никакого пока нет, а вот китайской мирной позиции, они учтены, в том числе и в документе, принятом в Швейцарии. Поэтому есть поле для взаимодействия. Китай хочет оставаться претендентом на роль посредника в мирном процессе. Тогда надо присоединяться к тому мирному процессу, который инициирован Украиной. Если Китай будет продвигать альтернативный мирный процесс, который не будет учитывать интересы Украины и будет направлен против глобального саммита мира, я не вижу оснований для участия в инициативах Китая. Поэтому Китай должен определяться. Если он будет играть, не учитывая интересы Украины, ну, значит, он работает в интересах России. Вот такая логика. Поэтому я считаю, что в отношениях, скажем, с Китаем относительно дальнейшего развития мирного процесса надо проявлять определенную принципиальность. Президент Украины Владимир Зеленский сформулировал очень четкую позицию, когда его спрашивали об отношении к Китаю. Китай не враг. Мы не рассматриваем Китай как враг, как врага, как военного союзника России. Но Китай не является нашим другом. Он не помогает Украине военным и экономическим образом. Но мы готовы сотрудничать с Китаем для прекращения войны в Украине. Но если Китай готов здесь играть активную роль, он должен принимать хотя бы частично во внимание интересы Украины, как это сделали очень многие участники саммита мира в Швейцарии. В конце, Владимир Вячеславович, меня вызвало недоумение определенное, как ряд западных СМИ, которые читают наши зрители, жители Европейского Союза, в том числе жители Центральной Азии, жители Российской Федерации, уверен, также с ними ознакомливались, как западные СМИ иногда выражают свое определенное недоумение, что ли, свой определенный негатив по отношению к тому, сколько стран подписало итоговое коммюнике. Издание Bloomberg использовало такую фразу: на момент, когда было 80 подписантов, всего лишь 80 подписали из 90 стран. Всего лишь. Le Monde, коллеги говорили также, использовало что-то подобную, такую же формулировку, что вот только немного стран подписали на самом деле. Но ваше вот мнение хочется услышать, такая вот реакция для западной аудитории, с чем она связана, западных же СМИ, неужели в странах Европейского Союза, США недовольны саммитом мира, его итогами? Нет, я думаю, что здесь другое. Здесь работают несколько эмоциональные оценки и, может быть, завышенные ожидания. Потом вот срабатывает чисто количественный формальный подход. Вот просто для сравнения. Здесь примерно та же самая логика, какая использовалась накануне российского вторжения в Украину. Доминировала позиция не только в западных СМИ. Я помню публикации с картами вторжения, причем в очень уважаемых изданиях, прогнозы о том, что Украина будет быстро разгромлена Россией. Таких же оценок придерживались и ряд западных разведок, многие западные политики, даже государственные деятели. Почему? Потому что они исходили из сугубо количественных критериев. А эти критерии не сработали. Потому что вот в таких противостояниях работают различные факторы, а не только соотношение ресурсов. В данном случае вот надо исходить из, прежде всего, оценки того, а какая цель ставилась. Когда вот используют сугубо количественные подходы, то, например, сравнивают ситуацию, вот сколько стран проголосовало за резолюцию Генеральной Ассамблеи в первые месяцы российского вторжения. Так тогда ситуация была другая. Был шок, было возмущение, и тогда, конечно, вот сработал вот этот фактор международной солидарности. Активная работа наших партнеров, кстати, помогла для того, чтобы государства выразили возмущение самим фактом агрессии против суверенной страны. И, кстати, ссылка на эту резолюцию присутствует в нынешнем документе. Ситуация другая. Сейчас мы видим активную контрработу и России, отчасти Китая,
и это влияет на международную ситуацию. Мы видим, что целый ряд стран глобального юга, ну, соблюдают такой формальный нейтралитет, сами себя поставили в некую серую зону. Это надо принимать во внимание. Да, нельзя подходить сугубо количественными подходами вот, для оценки того, удался саммит или не удался. Вот некоторые издания считают, что, мол, главная задача саммита была продемонстрировать поддержку Украины. Не было такой задачи. Задача была в другом. И вот это, кстати, странно, но не понимают многие западные журналисты. Вот они считают, что саммит как бы, ну, либо должен был принести мир, а как его обеспечить, если другая сторона не хочет мира, а хочет продолжения войны? Надо оказывать и военное, и дипломатическое давление на Россию. И вот тут путь мира, который начат в Швейцарии, он очень важен именно как формат мирного процесса, который учитывает интересы Украины. Вот это главное значение. В этом главный результат саммита. Если бы не было этого саммита, то мы бы видели, что по теме мирных переговоров доминировала бы либо позиция России, которая абсолютно неприемлема для Украины, является несправедливой и нарушающей принципы международного права, либо доминировал бы подход Китая и Бразилии, который подыгрывает, пусть не прямо, косвенно, но подыгрывает интересам России. И мы бы тогда были в проигрыше. А сейчас мы продвигаем тот формат мирного процесса, который ломает российские сценарии. Для меня, кстати, простой критерий существует. Удачен саммит или нет? Это реакция России. Агрессия, истерика Кремля – самый главный критерий, аргумент в пользу того, что саммит добился успеха. Если бы саммит не имел значения, Россия бы так не реагировала. И вы знаете, в контексте России, так просто, ремарка. Россия часто называла Украину failed state, да, несостоявшееся государство. Но ныне мы видим, что Украина собирает под своим началом более 100 стран и организаций, где обсуждаются большие, серьезные вещи, стратегические вещи. И Владимир Путин едет в КНДР, дарит машину от российского производства «Аурус», она, по-моему, называется, Ким Чен Ыну. Человек, который когда-то сидел за столом J-8, теперь ручкается с любителем посмотреть на взлеты баллистических ракет. Вот как история повернулась. Владимир Вячеславович, спасибо вам огромное за участие в эфире Freedom. Напомню, Владимир Фисенко был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.